Так, во исполнение определения Видновского суда и исполнительного листа к ИП Макаренков для свободного прохода и проезда для обслуживания канализационно-насосной станции мы собираемся пройти на объект для обслуживания. Набираем господину Макаренкову. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Это Осаченко Андрей Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, нам по решению суда и по исполнительному листу нужно пройти на территорию КНС для проведения профилактического и технического обслуживания. Ну, а при чем здесь второй собственник, если дело производства на вас? То есть вы дайте команду охране, и мы пройдем и выполним все свои обязательства. Фамилия второго собственника можете назвать? Артем Павлович. Я понял. То есть вы нас не пускаете по решению суда? Что? То есть вы нас не пускаете по решению суда?